Итак, привет, ребятки, вы находитесь на канале Китай в топе, с вами я, Александр. У нас, как обычно, посылочки с Алиэкспресса пришли, а вас прошу поддержать лосиком и подписаться на канал. Значит, у нас чехольчик должен быть для iPhone 11, и здесь у меня должна быть, по идее, шапочка с Алиэкспресса. Все вот доставили Мистер Экспресс, но, конечно, компания, как всегда, косячит и косячит. Ну да ладно. Так что давайте раскрывать, что нам тут пришло. И вот, значит, ребятки, как вы видите, в принципе, все, как я и выбирал. Здесь чехольчик я выиграл за 1 цент в мобильном приложении, обменяв на монетки и доплатив 1 цент. То есть такой вот, скажем так, силикон не из лучших, как по мне кажется. Он такой жестковатый. И, ну, принт здесь хороший, качественный. Не знаю, как он долго продержится, но визуально кажется, что он неплохо смотрится. Вот, такой вот, видите, как рифленый весь. Может быть, и сотрется быстро, я не знаю, уверять ни в чем не буду. Так, здесь у нас должна быть шапочка. Вот так вот. Сейчас мы ее откроем. Шапочку я тоже, скажем так, выиграл за монетки. Какая-то она сильно большая. Есть такая тоненькая, но это скорее всего типа так весна, осень, то есть конец, вернее, начало, конец весны, начало осени. Вот такую вот шапочку можно не толстую купить себе. Здесь что у нас? Где-то какую-то улыбочку я видел. Что-то полиэстер 100%, made in China, варить при 30 градусах, гладить можно вроде как. Остальных значений я не знаю, ребятки, что это обозначает. Ну, в принципе, ничего супер военного здесь нету. Больше как бы не вижу смысла тут что-то в этом всем рассказывать. Ссылочки, конечно же, в описании я оставлю. Заказывайте сами, обращайтесь ко мне, кому надо помочь с заказами. Без проблем помогу заказать. Так что я с вами не прощаюсь, вот тут будут где-то видосики следующие, переходите, до новых встреч!